Привет, привет! Привет, привет! Мы на канале в гостях у Лисы и Егора. Мы сегодня будем делать кексики! Еще мы будем украшать кексики сахарными карандашами. Ну давайте, что это за карандаши такие сахарные? Это такие, тут есть карандаши сахарные. Ну, ими можно так рисовать на всяких кексиках, на тортах. Я буду Микки Мауса, а девочку с Ванечком. Да? И это смогу делать сейчас ромашку. Ромашку? Как называются-то карандаши? Доктор. Какой-то доктор. Что-то по-немецки там написано. Не понятно. Я буду Микки Маус, девочка. А кто это у тебя там за киска? Это киска. Киска? Как ее зовут? Мяу-мяу. Мяу-мяу? Она тебе тоже будет помогать? Да. Я насыплю всякие украшения. Да? Да? Ну, ясно. Ну, давайте, что вы будете делать? Как украшать будете? Мы будем... Алиса, откручивать не надо, наверное, да? Мы будем делать ромашку. Нам понадобятся цвета. Коричневые, белые черные. И черные. А что? Вот. Алиса, по-английски как эти цвета? Ну-ка назови. Black. Black. Коричневый как по-английски? Brown. Brown. Yellow. Желтый. Yellow. Молодчина, Алиса. Знает все цвета по-английски. Как твоя футболочка. Да. Какого цвета у меня футболочка? Желтая, как у Алисы. Ну давайте, украшайте, показывайте. Так, сначала мы берем коричневый. Алиса, Егор тебе будет показывать, и потом ты точно так же будешь делать. Давай, смотрите, как Егор делает, а потом Алиса будет делать, да? Смотри, как Егор делает, как украшает. Ну-ка, смотри. А где твоя киса делась? Вот. Ну-ка, покажи ей, как Егор делает, украшает. Киса смотрит, как Егор украшает кексик. Это что Егор сделал? Серединку? Да. Дальше беру белый сахар. Ну сейчас ты будешь свой кексик украшать, да? Егор сделает один, а потом будет Алиса, да? Делать. Я хочу свой делать. Ты будешь делать. Ну сейчас Егор уже эти карандашики нужны будут. А Егор будет смотреть, чтобы ты правильно делала, да? Да? А ты нам пока песенку спой про пальчики. Нет. Почему? Алиса у нас отвернулась. Убежала. А Алиса будет кексики украшать? Да. Да? Да. Давай, Егор, тогда Алисе помоги немножко с кексиками. А потом свой будешь доделывать. Алиса, а ты что будешь на кексике рисовать? Микки Маус, девочка. Девочку Микки Маус? Да. Ну да, давай, как нарисуешь, так нарисуешь. Да. Дай Егор ей, пускай она нарисует Микки Мауса. Да? Да. А Егор будет делать... Егор что будет делать? Ромашку? Угу. А Егор ромашку. Так, давайте посмотрим, что там Алиса делает. Я делаю глаза для Микки Мауса. Давай, делай для Микки Мауса. Так, а мне нужно понадобиться черный. Ну, сейчас Алиса сделает глазки у Микки Мауса, и она тебе черный отдаст. Да? И бантик еще. И бантик еще. Давай, делай бантик. Алиса, сначала нарисуй крестик. Оп. Ой, здорово у Алисы получается. Оп. Микки Маус, да? И точечки. Тик, тик, тик. Молодец, Алиса. Как мальчика надо делать много галушек. Да? Да. Ну делай, ладно. Только Егор тебя тоже ждет черного цвета карандаш. Дай ему, а ты пока сделай другого цвета. Или можешь... Да. Я хочу желтого. Бери желтого теперь. Это у тебя волосики у Микки Мауса желтого цвета будут, да? Да. Ну давай. Они бывают... Пожелавас. Они бывают с ушками. Да? Да. Ой, как здорово, как замечательно. Это такие Микки Маусы бывают? Да. С ушками? Да. Здорово. А кто этот кексик будет кушать с Микки Маусом? Мама. Мама? Да, а вот этот папа. А вот этот папа. А Алиса с Егором что будут кушать? А мы напополам с мамой и папой. Да? Ну ладно. И ротик. И ротик Алиса делает, да? Ну, молодец. У Алисы как получается кексик? Ну, у меня как-то... Ну, у Егора-то понятно, что у Егора хорошо получается. А Алиса-то там Микки Мауса делает. Коричневый еще? Коричневый бери еще, да. Да, ножки.
А киса смотрит, как ты делаешь? Да. Ты ножки делаешь уже у Микки Мауса? Да. Ну, давай, делай ножки. Так. Кексик уже так вкусно пахнет. Ну, конечно, шоколадом его разрисовываете, еще бы он вкусно не пах. Так, Алиса теперь берет какого цвета? Коричневый. Коричневый? Да. Браун, правильно, по-английски браун, да. Коричневый. Помочь, помочь. Теперь мне нужен белый, очень много. Так, а Егор ромашку делает, да? Но белых у нас нет. Ну, это такой желтенький, да? Да, желтый белый. Желтый yellow, да. Да, и белый. Угу. Желтый и белый. Да. Очки теперь. А это ты что, Алиса, делаешь сейчас? Ручки. Ручки? Да. Ну, там, наверное, такой красивый Микки Маус получится. Никогда у Егора не. Красивая ромашка получится, а у Алисы Микки Маус, да? Еще хочу леденец. Леденец? Да, как на картинке вот там. Как на картинке леденец? Да. Что ты там еще у Микки Мауса забыла сделать? Я делаю за леденец. Леденец? А у Егора смотри, какая ромашка красивая получается. Ух ты! Ух ты! Ух ты, пух ты! А у Алисы Микки Маус получается, да? Да, леденец. Ну, сейчас посмотрим, у кого красивее получится. У меня. У тебя? У меня. Вот тогда ну, посмотрим сейчас. Так, а сейчас ты что делаешь, вот Микки Маус? Вот этим. Вот этим? Там колпачок надо снять. Я не могу. Не можешь? Почему? Помочь. Сейчас я тебе, Егор, поможет. Так, у меня есть супер силач. Оп. Так. Егор, уже ромашка это приобретает очертания настоящего цветочка. А что это ты там делаешь уже такое? Это ты уже что-то балуешься, да? Микки Маус что, в грязи, что ли, искупался? Да. Ты, мне кажется, не Микки Маус, а свинку Пеппу делаешь. И делай леденец. Леденец? Так ты же хотела Микки Мауса сделать. Не так делали. Теперь получился леденец? Да. Ну, на леденец это тоже что-то сильно не похоже. Это похоже на свинку Пеппа, которая искупалась в грязи, которая по лужам любит бегать, да? Я сберу все. Все, Алиса уже сделала, мне кажется. Нет. Свой кексик. Нет? Нет. Еще не сделала? Так, я и тут уже заканчиваю, а ты еще делаешь. Ну, Егор уже заканчивает. Мне тоже посоединились. Сейчас будем смотреть, у кого что получилось. Да? Я, конечно, прячу. Да? Да. Ну какой-то это у тебя леденец получился. Сумасшедший. Я казино не убиваю. Да? А что ты там убиваешь? Убиваю черный. А, убираешь? Да, черный. Черненький? Черненький. Ну все, Егор сделал, да? Ну давайте показывайте теперь, что у кого получилось. Все, Алиса, отдавай Егору. Время вышло. Сейчас будем смотреть конкурс. Конкурс искусств. У кого кекс красивее получился? Нет, я сама. Ну все, не надо. Она сама делала, ты сам делал. Сейчас будем смотреть. Егор, показывай, какой у тебя получился. Так, ну-ка смотрим, какой у Егора кекс получился. Ну, здоровский у Егора кекс получился. А у Алисы, ну-ка наклони чуть-чуть, чтобы было видно. О, у Алисы тоже какой кексик получился. Ну, молодцы. Егор, покажи вместе еще Алисин кексик. Рядом подержи. Вот так, да. Ну, здоровские кексики получились у обоих и у Егора. У Егора, конечно, очень красивая ромашка получилась, кекс. А у Алисы получился какой-то непонятный Микки Маус. Микки Маус леденец. Не-не-не-не-не. У нее Микки Свинопелит. Микки Свинопелит. Да. Да, Микки Маус девочка, белый девочка, мальчик Микки Маус. Да? Ну, ясно. Ну что, тогда мы всем говорим пока-пока, а сами будем кушать. Да, пока-пока-пока. Подписывайтесь на наш канал в гостях у Алисы и Егора. Всем пока-пока. Ставьте палец вверх.